вкусная и сытная гороховая каша на воде, превосходный гарнир для любого мясного блюда, колбасы и так далее. Ее можно подавать с обычной зажаркой из моркови и лука, можно брать с собой на работу, в поездку. Этот гарнир идеален тем, что вкусен как в горячем, так и в холодном виде, особенно с мясом или сметаной. Вкус каши существенно улучшится, если вы добавите при ее варке пару щепоток сушеного тимьяна или пару веточек свежего. Обязательно запаривайте горох перед варкой, чтобы сократить ее время. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте указанные ингредиенты. Для приготовления каши используйте сушеный пропаренный горох, а не свежий. Сушеный горох переберите, всыпьте в глубокую емкость и залейте холодной водой, промойте несколько раз, залейте теплой водой и оставьте на 2 часа для набухания. Пересыпьте его в кастрюлю или казан, ковш, залейте горячей водой и посолите, выложите лавровые листья и поместите емкость на плиту, доведите до кипения и удалите образовавшуюся пену, варите кашу около 30-40 минут. После этого слейте воду и залейте снова примерно 1 стакан кипятка, всыпьте 2 щепотки соды, но не более. Уменьшите нагрев и помешивайте кашу, так как от соды будет образовываться обильная пена. Благодаря добавлению соды плотная кожура бобовых станет мягче, они быстрее сварятся, но при непрерывном помешивании, варите кашу еще 10 минут до готовности, пробуя на вкус. Подписавшимся, больше вкусностей! Готовую гороховую кашу на воде подайте к столу горячей, переложив в тарелке с подливой. Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Горох сушеный, 150 грамм. Вода, 450 миллилитров. Соль, 3 щепотки. Сода, 2 щепотки. Лавровые листья, 3-4 штук. Количество порций, 1-2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного дня!